вами Азбука Инвестора, я Марианна Минскер. Здравствуйте. Тема этой программы – дисконтирование денежных потоков. При принятии решения о вложении денежных средств в те или иные инструменты фондового рынка, к примеру, в облигации, инвестор сталкивается с проблемой оценки их стоимости. Между тем, сама стоимость зависит от потоков денежных средств, ожидаемых в результате использования этих активов. Процесс оценки будущих денежных потоков и называется дисконтированием. Одним из основных способов оценки компании является оценка по будущим денежным потокам. Дисконтирование денежных потоков состоит в приведении будущей стоимости инвестиций к их текущей стоимости и позволяет сравнивать различные виды инвестиций, сделанные в разное время на разных условиях. Этот метод предполагает исследование перспектив развития компании. Оценка пакета акций производится на основании всего комплекса данных, имеющихся у инвестора. Это может быть финансовая отчетность, информация о возможной реализации бизнес-планов, планов развития производства или его изменениях. При этом аналитик всегда задает срок подробного прогнозирования. Анализ дисконтированных денежных потоков, возникающих в ходе будущей деятельности компании, позволяет определить возможную стоимость акций. Дисконтированных означает уменьшенных с учетом изменения стоимости денег во времени. В качестве одного из важнейших показателей срока прогнозирования в России часто используется срок 3 года. Есть множество методик расчета будущих поступлений или затрат за заданный промежуток времени. Данные о них могут публиковаться компанией, а могут и содержаться в других источниках информации, используемых аналитиками. Наш эксперт Ждан Шакиров, аналитик инвестиционной компании «Финам». Ждан, может ли инвестор самостоятельно оценить ту или иную компанию, составив модель DCF? Безусловно, у любого инвестора есть возможность составить самому DCF-модель по компании и, предположив денежные потоки этой компании в будущем и посчитав ставку дисконтирования, рассчитать приведенную стоимость компании, по сути, некий аналог справедливой цены ее на текущий момент самостоятельно. Другой момент, хватит ли у инвестора подготовки для того, чтобы выполнить вот такую задачу. Ждан, а в чем недостатки DCF-модели? DCF-модель сама по себе позволяет получить, ну, можем сказать, суперточные результаты. Но для того, чтобы суперточный результат оценки получить, нам необходимо составить такой же суперточный прогноз. Если точные прогнозы мы составить не можем, то результат оценки тоже будет вызывать определенные сомнения. Кроме того, DCF-модель не включает в себя возможность спекулятивных возникновений, каких-то спекулятивных факторов и всевозможные форс-мажоры. А какие еще есть способы оценки, кроме DCF? Кроме использования DCF-модели, очень часто используют балансовый метод оценки, то есть вместо того, чтобы сказать, что компания стоит столько, сколько она приносит денег, с учетом уменьшения стоимости денег во времени, мы можем сказать, что компания стоит столько, сколько активов у нее есть. И кроме этого, есть еще сравнительный метод, где мы находим некий эталон, сравниваем нашу компанию с эталоном и говорим, что она стоит, должна там в полтора раза больше или там на сколько-то меньше. Ждан, объясните начинающим инвесторам, что такое ставка дисконтирования? Ставка дисконтирования, по сути, ставка дисконтирования отражает себестоимость или альтернативные доходы, которые могут возникнуть при использовании этого капитала. Смотрите, идея здесь такая. Рубль, который есть у нас сейчас в кармане, рубль, который у нас будет в кармане через год, рубль, который у нас будет через 2 года, через 3, они имеют на текущий момент очень разную цену. То, что мы будем иметь потом, оно будет, естественно, намного дешевле. Вот ставка дисконтирования в данном случае отражает, насколько дешевле он должен быть из года в год. А с другой стороны, ставка дисконтирования отражает уровень риска, который мы несем при получении этого дохода. А часто аналитики пересматривают свои модели? Аналитики, как правило, свои модели пересматривают по мере возникновения новых событий, существенных событий. Ну вот возьмем, к примеру, то, что у нас недавно происходило, вот те события падения фондовых рынков, которые были в мире, падение финансовых рынков. Безусловно, ситуация в мире очень сильно поменялась, ситуация в отраслях поменялась. Соответственно, вот в этот момент многие аналитики как раз и занялись пересмотром тех моделей, которые у них были. Будут происходить в дальнейшем какие-то существенные события, они будут снова свои модели пересматривать. Но опять же, это будет носить, скорее всего, характер определенных корректировок, а не кардинальное изменение взглядов.
Оценка компании по будущим денежным потокам, на первый взгляд, дело непростое. Но если разобраться в основных параметрах этой формулы, все не так уж безнадежно. Более того, сегодня по публичным компаниям можно найти массу полезной для анализа информации. С вами была Марианна Минцкер, спонсор показа ЗАО «Инвестиционная компания Финам», входящая в состав холдинга Финам, и ООО «Компания БКС», входящая в финансовую группу БКС. Удачных вам инвестиций и до встречи!